Приветствую, я Дмитрий Тарядик, CADBIM-эксперт, главный инженер Совпром. Специализируюсь на программном обеспечении разных производителей. Пришло время рассказать вам про Bentley Plaxis. Если рассматривать жизненный цикл объекта в контексте BIM, то геотехника будет располагаться между изысканиями и проектированием. В чем же отличие геотехники от других инженерных направлений? Грунты совсем не похожи на материалы, созданные человеком. Сверху грунты могут быть одинаковы, но если копнуть глубже, такое структурное разнообразие грунтов сделало геотехнику обязательным участником многих отраслевых задач. Вы можете себе представить сферу деятельности человека, где не будет использоваться геотехника? Я помогу вам с ответом. Все верно, только при работах на орбитальной станции нам не потребуется геотехника. Во всех остальных случаях мы прямо или косвенно связаны с Землей. Что же такое геотехника? Это сфера взаимодействия между теми, кто делает изыскания, изучает грунтовые условия и среды, и теми, кто потом проектирует на основе этих данных. Классический процесс деятельности следующий. Изыскание, затем бурение и отбор образцов, лабораторные либо полевые испытания, получение параметров модели грунта, аналитические расчеты и моделирование поведения грунта. Но классический геотехнический процесс затрудняет дальнейшую работу по проектированию объектов. Поэтому и возникает потребность в использовании таких инструментов, как Plaxis, чтобы информацию о результатах анализа грунтов можно было представить в структурированном цифровом виде, и эти данные удобно интегрировались в программы для проектирования. Семейство программ Plaxis является самым популярным геотехническим инструментом, признанным во всем мире. С помощью Plaxis 2D Suite можно выполнять двухмерный анализ деформации и устойчивости для проектов в области геотехнического проектирования и механики горных пород. Plaxis 2D Suite включает в себя следующие модули. Базовый модуль Plaxis 2D, который позволяет произвести оценку напряженно-деформированного состояния, расчеты консолидации, оценку устойчивости и несущая способность. Plaxis 2D Dynamics для динамического моделирования нагрузки. Это и сейсмические воздействия, и динамические воздействия оборудования, воздействия транспорта. Plaxis 2D PlaxFlow для анализа грунтовых вод. Это решение фильтрационных задач, а именно дамбы, плотины, котлованы, учет подтопления сооружений. И третий модуль – это Plaxis 2D Thermal для анализа влияния тепловых потоков на гидравлическое и механическое поведение грунта. Это промерзание, оттаивание, деградация многолетне мерзлых грунтов, искусственное замораживание и морозное обучение. Есть еще набор инструментов Plaxis 3D Suite, который включает в себя аналогичные модули Plaxis 3D, Plaxis 3D Dynamics и Plaxis 3D PlaxFlow. В чем же отличие 2D от 3D? Есть несколько специфических инструментов, которые есть только в Plaxis 2D. Это Design Approaches, Sensitivity Analysis, Parameter Variation и другие. Также на данный момент в Plaxis 3D Suite отсутствует модуль для решения термальных задач. Тем не менее, Plaxis 2D работает только с разрезами, а Plaxis 3D может обрабатывать трехмерную геометрию, получая таким образом больше информации о модели. Кроме этого, есть Plaxis Mode 2. Это решение для проектирования монофундаментных столбов. Данное программное обеспечение было разработано в сотрудничестве с Оксфордским университетом. С этой программой вы можете оптимизировать проекты монофундаментных столбов и сокращать объемы требуемой стали, чтобы снизить расходы, например, на создание ветряных электростанций. Почему же Plaxis? Данное решение обеспечивает оптимизацию параметров конструкции, позволяет сравнить варианты и произвести оценку экономической целесообразности. Хочу поделиться одним из самых ярких примеров применения Plaxis. На острове Ява из-за оползня был уничтожен участок главной дороги длиной более 400 метров. Суммарная стоимость восстановления составила почти 3 миллиона долларов. Благодаря Plaxis, в связке с другими решениями от Bentley, время проектирования сократили на 20%, а строительство на 30%. А суммарная экономия составила 660 тысяч долларов. Думаю, у вас, как и у меня, не осталось сомнений в эффективности Bentley Plaxis. По вопросам функционала и покупки обращайтесь по адресу bentley@sovprom.com.